Заходит солнце, нежно с морем прощалась. В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви. Началась эта история с мальчика по имени Алексей. В этот день Алёша подошел к таксофону, чтобы позвонить своему другу Славке и позвать его поиграть с ним в футбол. Вся внутренняя железная стенка будки была исписана номерами телефонов. Крупные, помельче, карандашом, гвоздем и даже губной помадой. От нечего делать Алёша стал рассматривать эти номера. Зачем людям надо, чтобы все знали, кому они только что звонили? Много в тот момент возникало вопросов в голове у Алексея. Но один номер выделялся среди всех. Написан аккуратно, не торопясь, каким-то особым карандашом. Подчеркнут жирной черной линией и почему-то в стороне от всех остальных. Кажется, таким карандашом пользуются художники. Славкин номер снова отозвался короткими гудками. И тогда, сам не зная зачем, Алёша вдруг набрал тот, чужой черный номер со стенки. Просто так. Потому что. Слушаю. Слушаю, кто говорит? Это я. А, малыш. Здравствуй, малыш. Я очень рад, что ты позвонил. Я ждал твоего звонка, малыш. Ты, как всегда, торопишься, да? Да что же. Дело молодое. Я все понимаю. Как папа?
У него как, все в порядке? Да. Ну а в школе у тебя как? Нормально. Да что, дед? Старый заболтался. Ты, наверное, сейчас в бассейн или на футбол? Бежишь, да? Ну, беги. Спасибо, что позвонил. Я ведь каждый день жду, ты ведь знаешь. До свидания. Весь следующий день Алёша думал о человеке, чей номер телефона написан жирным черным карандашом на стенке телефонной будки. Странно думать о старике, о котором почти совершенно ничего не знаешь, и только слышал его тихий, хриплый голос. Тот очень ждал звонка какого-то малыша, и это все. На стенках обычно царапают номер, который дали в справочном. Малыш наверняка хорошо знает того человека, бывал у него дома, раз уж тот так ждет его звонка. Алёш, а ты чего не кушаешь? Что-то случилось? Да нет. Мам, а что бы ты сделала, если б ты ошиблась номером и нечаянно по нему позвонила, и тебя приняли за свою внучку? Ну, я, наверное, перезвонила бы, объяснилась бы, что вышла ошибка, извинилась бы. Ведь обманывать очень нехорошо, сынок. А что? Ты кому-то позвонил? Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Я просто так спросил. Ну, смотри сам. Давай, кушай. Тот номер он видел отчетливо, во всех подробностях, каждую цифру. И решил позвонить еще раз, чтобы рассказать все, как получилось. Извиниться. А там будь что будет. Здравствуй, малыш. Я почему-то был уверен, что ты сегодня позвонишь мне. Молодец, не забываешь деда. Я... Знаю, что занят. Читал в вечерке про твою выставку. Молодчина, так держать. Это для деда главное. Ведь еще и школа, и бассейн в твои-то годы. Сейчас посвободней стал. Может, зайдешь когда? Теперь Алёша просто обязан был сказать, что он – это не он. То есть, конечно, он, но совсем не малыш. Вернее, не тот, за кого его принимают. Папа, да? Ты знаешь, малыш, я ведь почти не выхожу. Раны мои, будь они неладные. Вот перебрался поближе к телефону, как чувствовал. Раны? Я же тебе рассказывал, малыш. Ты, правда, еще совсем крохой был. Позабыл все, наверное. Я еще когда на Ильюхе горбатом летал... Были дела. Да ты позвонил, вот мне и легче. Мне совсем хорошо. Алёша вдруг понял, что он просто не может сказать этому старому, израненному в боях человеку, что он, Алёша, обыкновенный обманщик. Ты опять торопишься, малыш? Молодость всегда торопится. Да, надо успевать, а как же? Ну беги, заболтался дед твой. Звони, малыш, прошу тебя, звони. Алёша на этот раз даже не успел сказать «до свидания». Трубка по-комариному запищала. Не больно-то разговорчив, видно, этот самый малыш, если его дед почти на полуслове вдруг заканчивает разговор. О, справочная. Справочная. Здравствуйте. А можно узнать адрес по номеру телефона? Адреса по номерам не выдаю.
Папа, а что такое Илюха Горбатый? Илюха Горбатый? А почему ты спрашиваешь? Просто интересно. Это самолет такой был. Ил-2, штурмовик. Его на войне немцы очень сильно боялись и называли черной смертью. А наш дедушка тоже воевал на Илюхе Горбатом? Нет, Алешка, я же тебе рассказывал. Наш дедушка был танкистом. Он и погиб в бою. Геройски погиб. Прямое попадание. Пап, а если бы наш дедушка был жив, мы бы... Что, Алешка? Мы бы ходили к нему в гости, хотя бы изредка. Эх, Алешка, если бы мой отец был жив... И Алеша подумал, что вот так мог погибнуть на своей страшной черной смерти и дед этого неизвестного малыша. Но малышу удивительно, просто невероятно в жизни повезло. И отцу малыша повезло, и надо обязательно, просто необходимо позвонить тому человеку. Малыш, у меня теперь каждый день праздник. Тетя Галя только что ушла, прибиралась тут у меня. Ну, я и подсел к телефону. Думаю, позвонишь, не позвонишь. И вот. Как дела, малыш? Нормально. А ты-то как? Расскажи поподробнее. Никогда раньше не смог бы Алеша так вот просто обратиться на ты к совершенно незнакомому взрослому человеку. Старик очень удивился. Видно, не привык, чтобы его делами кто-то интересовался. А что тебе рассказать? У меня все по-прежнему. Дела-то стариковские. А ты видел танки в войну? Танки? Я их с воздуха прикрывал. Эх, малыш, было однажды. Голос старика стал звонким, молодым и задорным. Казалось, он сидит в кабине своего грозного самолета, а не в пустой стариковской квартире. И бой вокруг, на земле и в небе. И далеко внизу идет на врага крохотный, как букашка, танк. И только он, пилот черной смерти, грозного Илюхи Горбатого, еще может спасти эту малявку от прямого попадания. День победы, как он был от нас далек, как раскреба душам таял удалек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы городом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дядя Володя, сосед Алешки с 4-го этажа, работал в милиции. Милиции знают все. Да, мы знаем все. Дядя Володя, вы поможете найти адрес по номеру телефона? Не положено. Жаль. А что, девчонка? Да нет, я позавчера нашел номер в телефонной будке. Леша даже не понял сначала. А потом сбивчиво рассказал все. И так посмотрел на дядю Володю, что тот сказал. Ну хорошо, вижу, что надо. Тогда сделаем. Спасибо.
И на следующий день принес Алёше маленькую бумажку с адресом и фамилией. Жил старый летчик не очень далеко, возле Амурского аэроклуба, всего лишь 6 остановок на автобусе. Панельный пятиэтажный дом стоял в глубине заросшего карагачом двора. Алёша подошел к табличке с номером на стене дома, внимательно прочитал ее. Да, все правильно. Теперь надо только подняться, позвонить в дверь или постучать. Алёша вдруг понял, что даже не может представить, что произойдет потом. Ведь старый летчик-то до сих пор думает, что каждый день разговаривает с малышом, своим внуком. Может быть, узнав правду, просто выставит его Алёшу за дверь, даже разговаривать не захочет. Надо сначала хотя бы предупредить старика, мягко так, деликатно, а уж потом... Длинные гудки. Значит, там, на четвертом этаже, сейчас вовсю трезвонит телефон. Но никто не поднимал трубку. Алёша стоял и слушал, слушал эти длинные гудки. Наверное, дедушки просто нет дома, он куда-нибудь вышел, и сердце Алёши вдруг начало гулко колотиться. Так что слышно, наверное, было на соседней улице. Свет в комнате! Он ведь видел свет в квартире летчика. Значит, никуда он не вышел. Он там, он в комнате, он там. Израненный, старый человек, один. Совсем один, с ним что-то случилось. Надо бежать. Надо бежать, не разбирая дороги, стучать во все двери, потому что случилось что-то с Алешиным дедушкой, бывшим военным летчиком, которого он, Алеша, даже никогда не видел раньше. Это ты? Это я, дедушка, это я. Я сразу понял, что это ты. Ты звонишь с того автомата, что внизу. Поднимайся. Я открыл дверь. Будем знакомиться, внук. Мой дедушка герой, он защищал страну. Не спит он ночь порой, как вспомнит ту войну. Не спит он ночь порой, как вспомнит ту войну. Был дважды раненой, поправился и в строй, и вновь в бои с врагом, мой дедушка герой, и вновь в бои с врагом, мой дедушка герой. Когда война прошла, не отдыхал мой дед, на мирные дела потратил много лет, на мирные дела потратил много лет. Беру свое года, воею дед порой, но для меня всегда мой дедушка герой, но для меня всегда мой дедушка герой. Давно войны-то нет, но в памяти она. Бойцов таких, как дед, не забывай, страна. Бойцов таких, как дед, не забывай, страна. Бойцов таких, как дед.